Созыв Курултая – древняя традиция казахского народа. На нем обсуждались важные, судьбоносные вопросы национального уровня. Например, после Таласского Курултая Золотая Орда стала независимым государством, а Курултай в Каракуме и Орда-Баса объединили наш народ для защиты Родины. После первого казахского Курултая в Оренбурге была провозглашена партия Алаш, а на втором образовалась Алашская автономия. Со временем эта традиция уходила в историю, и вот в прошлом году Касым-Жомарт Токаев поручил ее возродить. В 2022 году в Улутау прошел первый национальный Курултай, и вот спустя год он собрался в Туркестане для обсуждения важных вопросов для страны. Это специальный проект «Президент». Меня зовут Адиль Балтабаев. Мы в эфире. На часах 9:41, это значит, борт президента приземлится в аэропорту Туркестана через 19 минут. Как это и положено, главу государства встречает аким региона Дархан Сатыбалды. Личный фотограф президента спешит поймать лучшие кадры, и с борта он выходит в числе первых. Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Туркестанскую область началась с посещения мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Кстати, это стало своего рода традицией. Президент почтил память мыслителя тюркского мира и других исторических личностей. Здесь же главе государства рассказали о реставрационных работах музея-заповедника Азрет-Султан. Касым-Жомарт Токаев поручил сохранить исторический облик мавзолея. После двух дней обсуждений на полях Курултая настала пора подытожить съезд. До начала Касым-Жомарт Токаев сделал ремарку о том, что это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи. Глава государства напомнил о том, что Курултай проходит после трагедии в области Абай, и нам всем необходимо извлечь из нее уроки. Выступление президента полностью было посвящено идеологии и неспроста. Происходящие в мире шоки влияют не только на экономику и политику, они заставляют страны пересмотреть стратегические планы своего развития. Какое нас ждет будущее? Каким должен быть гражданин Казахстана? И в чем вообще заключается наша миссия? На эти вопросы в своей речи отвечает Касым-Жомарт Токаев. Начал президент с государственных наград. Очень важно, чтобы ордена и медали имели глубокую символику. Недавно некоторым госнаградам были присвоены имена Абая, Аль-Фараби и Ахмета Байтурсынова. Так увековечиваются имена сынов и дочерей нашего народа. Это следует продолжить. Мысалы, Бейбарыс Султан, және басқа да тарихи тұлғалар атындағы орденнің егері атану кім-кімге де зор мәртебе болар еді. Мен бұған дейін ел бірлігі атты жаңа мемлекеттік награды әзірлеп, бекітуді тапсырдым. Алдағы республика күнінде бұл марапат алғаш рет тапсырылады. Келесі жылғы республика күнінде тарихи тұлғалардың атымен аталған ордендерді табыстаймыз. Никакая идеология не будет работать на 100%, пока нация не познает свою историю. Без прошлого, что называется, нет будущего. На предыдущем Курултае президент говорил о важности написания многотомника истории Казахстана. К сожалению, за годы независимости он так и не был выпущен. По поручению Касым-Жомарта Токаева этим делом занялись ученые страны и зарубежья. Работы должны завершить до середины следующего года. На сегодняшний день 7 томов уже полностью завершены. 15 июля у нас вот том по средней истории ожидается к завершению. И сформирована специальная редакционная группа, которая теперь полностью все тома приведет к единому стилистике, к единой художественной обработке, исторической обработке. И задача сделать этот семитомник истории не просто исторически выверенным, с фактажом, с новыми археологическими находками, но и легким, понятным к изложению. Языком доступным, который станет, мы надеемся, популярным не только для ученых, но и в целом для всех граждан Казахстана. В контексте истории глава государства поручил прекратить присваивать разным объектам имена советских деятелей, биографии которых мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам. Стратегическое значение для Казахстана также имеет развитие приграничных регионов. В сети часто всплывают слухи о продаже наших земель иностранцам. Об этом президент высказался коротко и ясно. Біз бабалар аманатына әрдайым адал боламыз. Шетелдіктерге қазақтың бір қарыс жерінде
бір ұғыз топырағында бермейміз. Оны көзінің қарашығындай сақтаймыз. Шегара маңындағы елді мекендердің ахуалы жеріміздің тұтастығына және еліміздің амандығына тікелей ықпал етеді. Шын мәнінде бұл стратегиялық маңызы бар мәселе. Өкінішке қарай, шегара шетіндегі кейбір елді мекенде халық саны күрт азайып кетті. Бұл шындық. Бұған бір кездегі аудандарды біріктіру жөніндегі шешімдерде ықпал ететіні сөзсіз. Решение о создании области Абай, Улутау и Жетсу стало импульсом развития этих регионов. В продолжение тенденции президент принял решение о восстановлении Катон-Карагайского, Маркокольского и Макончинского районов. Все предварительные работы и расчеты закончат в этом году, а в ближайшее двухлетие правительство займется их восстановлением. Вопрос национальной безопасности, а потому затягивать с этим нельзя. Говоря о геополитике, нельзя не сказать о положении государственного языка, его роли, статус украинского. Укрепляются с каждым днем, при этом никто в Казахстане не ущемляется по языковому принципу. Однако находятся те, кто использует эту тему в политических целях. Мемлекеттік тілдің жағдайын айтып, шу көтеретін кейбір адамдар бұл мәселені саяси құрал ретінде пайдаланады. Халық арасында дау шығарғысы келеді. Ақырында осындай келеңсіз, ойсыз әрекеттер мемлекетіміздің қауіпсіздігіне зиян келтіреді. Мұны ашық айту керек. Себебі тіл біздің геосаяси кеңістікте саяси себеп, саяси сылтауға айналуда. Неотъемлемая часть идеологии – это качественное кино отечественного производства, но нельзя сказать, что в этом мы преуспели. Қазір кинотеатр иелері отандық фильмдерді экраннан көрсету үшін қомақты қаржы талап етеді. Билеттен түскен қаржының едәуір бөлігі тағы да кинотеатрлардың және жеке компаниялардың қалтасына кетеді. Бұған қоса киногерлер фильмді нақты қанша адам көргенін анықтай алмайды. Қысқасы, киноға бүкіл білімін, күш қайраты мен уақытын сарп еткен мамандарға табыстың аз ғана бөлігі тиеді. Поэтому кинопроизводители вынуждены снимать дешевые фильмы, а от этого страдает качество. «Кызжыбек», «Отырардын күйрөө», «Атаманның ақыры» – классика, снятая без компьютерной графики и многомиллионных бюджетов. Тем не менее, эти шедевры несут в себе идеологию сквозь поколения, чего нельзя сказать о современных исторических фильмах. Поэтому президент поручил реформировать индустрию в целом. Более развернуто о проблеме высказался ректор Академии искусств имени Жургенова Азамат Сатыбалды. Жоспарлы түрде кино даму керек. Киноны 5 жыл, 10 жыл бұрынға дейін зерттеу керек. Ғылыми орталықтар пайда болып, солардың сарабынан, солардың елегінен шыққан тақырыптар ғана кино түсірілуге кету керек. Және де біз 5 жылдан кейін, 4 жылдан кейін, 10 жылдан кейін қандай кино түсіреміз, және де сол киноға кімдер кім түсіреді, кім ойнайды, соның барлығын біз біліп отыруымыз керек. Ал біз ертең не түсіретінімізді білмейміз. Бұл деген үлкен трагедия. Президент также высказался его критике в адрес чиновников. Претензии обоснованы, поэтому и проводится поступательное обновление госаппарата. Учитываются деловые качества и профессионализм. Таким образом, кресло больших начальников занимают и молодые специалисты в том числе. Да, где-то им не хватает опыта, но это дело наживное, считает глава государства. Ну, я сам стал акимом города в 34 года. Это был для меня, я был в тот момент сам молодой аким в Казахстане, насколько помню, да, и могу сказать, что, ну, а откуда опыт возьмется? Пока ты не окажешься, пока ты не почувствуешь эту полную ответственность, ничего не будет. Основные требования к молодым кадрам – это знание, ответственность и желание трудиться на благо страны. Остальное не важно, в том числе и персональная преданность президенту. Олардың президенттің жеке басына адалдығы мен үшін маңызды емес. Мемлекет басшысын мадақтаудан көре, жұмысты адал атқарып, халықтың алдында абыройлы болу әлдеқайда маңызды. Барлық мемлекеттік қызметшілерге осыны айтқым келеді. Сондай-ақ, жасалған реформалардан кейін Қазақстан президенті мемлекеттік басқарушы, яғни Конституцияда көрсетілген 7 жылдық мерзімге халықпен өзара келісім шартқа отыратын менеджер ретінде қызмет етеді. Президент әулие емес, халықтан биік тұлға емес.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поделился важной новостью. Найден Хурам, подаренный Кенесары-хану знаменитым Маралом Ишаном. В ближайшее время книгу передадут Духовному управлению мусульман Казахстана и разместят в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестане. Подлинность экземпляра подтвердили отечественные и зарубежные эксперты. Ол біздің Ишан бабамыз, Марал Ишан бабамыздың қасиетті Құран екен. Ол шетел асып кеткен екен кезінде соны мемлекет басшысының қамқорлығымен елімізге оралып жатыр Алланың қасиетті кітабы. Сонымен бірге Алланың бізге берекесі, құты орнасын елімізге деген ниетім бар. Алла Тағала сол қасиетті Құранның құрметіне еліміз берекелі, нұрлы болсын. Алла Тағала бүгінгі ұлттық құрылтайда көптеген ұлтымызға қатысты керемет маңызды мәселелер айтылды. Соның барлығы аман есен орындалсын деп Аллаға тілек тілеймін. Алла тілегіміз қабыл етсін. Эту реликвию президент назвал общенациональным достоянием нашего народа. Когда в Казахстан возвратили знаменитый тайказан, наша страна обрела независимость через некоторое время. Возвращение Корана хана Кенесары глава государства тоже видит добрый знак, символ начала новой эпохи в истории Казахстана. Следующий Курултай Касым-Жомарт Токаев анонсировал в Атырауской области. Озвученные сегодня президентом темы затронули главное – наш язык, культуру, историю, традиции и государственную политику. Лично я выделил для себя вот этот тезис Касым-Жомарта Токаева. Нас часто волнует то, что о нас подумают, а не то, кем мы являемся на самом деле. По-моему, это важно – быть, а не казаться, делать все от нас зависящее, трудиться на благо Родины. И, опять же, как сказал президент, построение Казахстана мечты – это дело не только министров и акимов, это дело каждого из нас. Это дело общества, и это наша с вами коллективная ответственность. На сегодня у нас все, мы не прощаемся, увидимся в эфире.